привет, мои дорогие ребят. Быстро, в общем, быстро прибежал. Как быстро? Наверное, сейчас бежала с работы. Видео записала все быстро, моментально, как в магазин сбегала, в какие магазины я сегодня посетила. Если получится нормальное видео, я обязательно выпущу. Но так как меня там не видно, потому что я бегом прибежала, намыла голову. Блин, я вас так всех люблю. Спасибо. Все, кто меня любит, кто меня не любит, да вы смотрите, главное. И вон, смотрите, моя собачка кушает. Никто мою собачку еще не видел. В общем, я была в магазинах, не знаю, бегом. Прошла две остановки пешком. Сначала на одну, потом трамвая не было. Побежала, зашла в один, хотела зайти в один магазин, и вдруг идет трамвай, не попал. Но я там так вот акции сняла, быстренько вам все покажу. Лишь бы хорошо записалась, потому что шла прям практически бегом с ночи. Хотела к вам домой. И зашла в магазин. В общем, смотрите, сначала я зашла, купила сыр, киоск. Там тоже я киоск сняла, покажу. Вот, вот этот сыр как 42, на 42 рубля, грамм 200. Я говорю, положите, Янка любит. Ну, у нас тут рядышком прям остановка, магазины. В общем, очень, в общем, ну как вот избавиться от слова паразита. Сыр вкусный, Яна любит. Вот это я первым, что сегодня купила. Сначала купила сыр, потом зашла в Пятерку. Майонез по акции, кто-то говорил, что да-да, действительно, самый вкусный. Еще есть оливковый майонез, но вот Яна любит такой. Я селедку под шубой решила сегодня сделать. Завтра праздники, я опять завтра работаю, поэтому думаю, сделаю селедку под шубой. И тоже все вам там сняла магазины, покажу, где что покупала. В принципе, цены так быстренько, все быстренько. Главное, что вам покажу, если все хорошо получится. Майонез я купила, кусочки, немножко лука и морковки. Пятерочки я извела. Это Алешина. А, майонез по акции 119 рублей. Ну, Пятерочку я снимать не стала, 143 рубля. В общем, морковь, лук, кстати, по 18 рублей, представляете, килограмм. Зачем сажать много лука? Купил в Пятерочке. И в Пятерочке мне, ну, не всегда, конечно, там хороший бывает, но все-таки лук сладкий, как его вкусно жрать. Затем показала там тоже видео магазина с Алешиной и хозяйственной. Я сразу туда взяла. Зашла, вернее, в хозяйственном я купила Чистин. Знаете, мне нравится Чистин и Доместос. Но по цене в наше время выходит у меня Чистин мне... Доместос, ну, Чистин как... Пахнет тоже хлорочкой, все хорошо пахнет. Но дело в том, что он дешевле. 55 рублей вот в этом магазине. И купил там пару туалетных бумаг. Больше ничего. Ходила, в принципе, как ходить, немного тратить, ходить с закрытыми глазами. Зашла, вот что тебе надо. Я прям зашла, я знаю, что мне нужен Чистин. Кстати, в Пятерочке был Доместос по 86 или 89. Юль! А я думаю, я зайду, куплю Чистину. Все-таки 40 рублей. Даже на хлеб тот же самый. Потом я зашла в Алешина. У нас там лунка. 55, ну и бумага там по 10 что рублей. Ну, вот так вот, да, они тоже не очень дорого. А, вот даже 84, наверное. Ладно. И у нас есть мясной магазин, очень хороший. Алешина, я тоже там так быстренько сняла. Все, видео будет, не знаю. Уже я вас замучила этими словами, я знаю, такая я и купила. На Мукбанк. Я сейчас специально сделаю, чтобы сняла обзор продуктов. Вот так вот. Ну что, потом пожрем. Свиные уши там по 100 с чем-то рублей. И купила две рульки. Рулька там самая у нас дешевая. Я ее беру и на суп, и на борщ. Ну, в общем, варю борщ с этим. Можно щи сварить. Пятерочка. 325 рублей я извела на уши. Люблю. И смотрите, какие хорошие рульки. Замечательные. И косточка небольшая. Я запеку, бывало, ее, и мы едим. Так вкусно, так обалденно. Ум отъешь. И еще, Валюшина, всегда была вкусная селедка. Ну, меня расстроили. Сказали, что селедки до осени не будет. И я побежала на рынок. На рынке селедину купила одну для шубы. 86. А, вот, да, чек от селедки. 84 рубля килограмм. Ой, не килограмм, селедина. 84 рубля. Говорю, дайте мне самую
Самую-самую-самую. Говорит, две, не говорю, нет, одну, потому что сейчас селедку подшел, ну куда одну селедку? Хотя видео с селедкой вы любите смотреть, я знаю. И думаю, а рулька с чем? Ну надо же овощи. А как-то тут я делала салатик с картошкой, конечно, кто-то обосрал, что картошка и это. Я не у меня нет, давайте мне денег на роллы, я вам буду есть роллы. Я поем лучше картошки, я люблю жареную картошку. И многие меня поддерживают. Очень вкусно картошка и салат, помидор, огурцы. Не переживайте, я без мяса не проживу. В крайнем случае, вон, я куплю куриные шейки, если уже так хочется. Если вы такие богатые, жрите омар. Вот. И, в общем, огурцы я купила на 85, по 140. Были по 160, ну и какая разница, они покрупнее. Нормальные огурчики сама выбирала. 85 рублей. И купила потом 3 помидорки на 50 рублей. По 160, что ли. Вот помидоры, честно, не помню. Вот 3 штучки в салатик. Ну, я всегда побольше огурцов, по 1, по 2 помидорки. Так, для вкусноты все равно будет. Вкус будет. И вот еще хлеб. 14 рублей тоже на рынке. В пятерочке не было хлеба. Не было, не было. И я купила на рынке. Ну, что-то у меня очень какое-то это. Ну, это под шубы. Для селедки под шубы, потому что и у нас все будет вкусно. Вот такой, в общем, 325, где 84, где 50. Ну и сами посчитайте, что выходит. Ну, завтра я работаю, я в магазин не пойду. Завтра будет экономно. На завтра еда есть. На послезавтра, считай, тоже больше. Тоже есть еда. В крайнем случае, проживем картошку. Картошку вчера у меня дочка купила. Картошку у меня есть. Пожарить, поесть. И огурцы есть. Так что мы счастливы. Честно, люблю всех вас. Тоже пишите. Обзоры как-то я выставляла. Ну, вот такой. Сейчас я попью кофе, поставлю овощи. А у меня, кстати, еще и капуста есть. У меня еще есть котлеты. Проживем. И сколько я заработаю? Ну, попозже я вам все расскажу. Не сегодня. Канал у меня только недавно стал монетизироваться. Первое время у меня вообще капало по рублю, по два в день. Но я уже говорю, там кому-то было интересно, сколько я зарабатываю. На мороженое внучке я заработала с этого же канала. И спасибо Яндексу, что деньги можно снять даже на проезд 30 рублей в этот же день, когда придет 30 рублей. И не надо лезть в мой карман. Сколько я зарабатываю, а не ворую. И к вам в карман не лезу. Ну, простите. Ну, а кто меня поддерживает, всех люблю. Все, ладно, давайте небольшое такое короткое видео. Сейчас быстренько все ставим. Видео с селедкой обязательно сниму. Обязательно будет. И у меня сейчас есть стимул. Честно говоря, YouTube-канал у меня есть давно. Но там у меня уже что-то не было стимула что-то снимать, выпускать, потому что там все покупается, все продается. На Яндексе, если, значит, вы интересны, ну, значит, интересно. Если вас не любят, вас все равно смотрят. Поэтому всех люблю, целую. Увидимся. Сегодня мы с вами, я все, будем делать селедку под шубой, будем еще жрать. Но видео будет, конечно, выпускаться планомерно. Все, всех люблю, целую. Обняла. Пока-пока.